Сегодня 2 мая. 2 мая 1896 года на Коровьем острове неподалеку от Самары состоялась первая маевка. В нелегальном собрании приняли участие около 30 рабочих и несколько пропагандистов. Многие из участников маевки были преданы суду. 2 мая 1962 года в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, открылась скоростная пассажирская линия Куйбышев-Саратов, оснащенная кораблями на подводных крыльях типа «Ракета». Этот вид речного транспорта сразу же понравился куйбышевцам, поскольку позволял быстро и с комфортом путешествовать по Волге. Ежегодно во второй день мая с недавних пор отмечается Всемирный день тунца. В народном календаре сегодня день Ивана Ветхопещерника. На Руси главным обрядом этого дня было одеть весну в новое платье, на вину. Для этого брали свежее полотно, холст, отрез ткани, расстилали в поле, а сверху в центре ставили пирог. При этом нужно было отвесить поклоны на все четыре стороны света, обратиться на восток и сказать, что это подарок весне. Этими и многими интересными событиями и фактами вошел в историю второй день мая. Прекрасного вам настроения и удачи в делах!